Всем привет, друзья, с вами Бен, и прямо сейчас мы продолжаем играть в спор. Значит, у меня сейчас... пробежимся по нашим целям. Нашим. У нас сейчас стоят цели. Какие? Интересный вопрос. Я хочу научиться трансформировать планеты полностью. Без генераторов, с помощью лучей. Я погуглил, как это все делается, почитал. Можно с помощью генераторов, это очень стрёмно, неудобно. И ты мало что контролируешь. Ну, как... Не так все контролируешь. Ну, а можно с помощью лучей. Вот с помощью лучей это для меня. С помощью лучей нам и нужно. То есть нам нужно приобрести лучи. Первое. Второе. Нужно истребить свиней, которые объявили мне войну в прошлой серии. Так. Это второе. Третье. Have fun. Иметь веселье. И как бы... Пока все. Собираем пряность наших планет. 12. Окей, 12 так 12. Давайте, собираем пряность. Все, что осталось. Я как бы, как вы видите, за кадром что делал? Я пролетелся по планетам, собрал пряность перед тем, как выйти. В прошлый раз. Сейчас зашел, чуть-чуть постоял, она немного набралась. И я ее сейчас опять собираю. Ну, считайте, что я ничего не делал. Там минуты две вы не видели из... То есть, между той серией и этой минуты две вы не видели геймплей. Ну, вот и все. Поэтому не переживайте, все хорошо. Так, все, я поднимаюсь. Мне нужны мои розовые. Так, тут я забрал. Блин, я не помню, честно, я там забрал или нет. Розовые. Да, забрал. Все, забрал. Так, осталось забрать синюю и розовую еще. И все. Стоп, вот синюю я забрал, да? Остался здесь. Опа, я понял, ага. Ну, конечно же, на фиолетовый. Да, я... И вот эти дрищи по мне прилетели. Я понимаю, кто это сейчас? Рукава засучу свои и буду... Ох, сейчас я просто... Ой, вы даже не представляете себе, что я сейчас с ними сделаю. Просто не представляю. Ой, господа. Зря. Хотя знаете что? Нет, да, у меня другая идея, смотрите. Они здесь, да? Их силы сосредоточены на моей планете. Хорошо. Я готов помериться. Помериться с скиллами. Ну-ка. А я на их основную планету сгоняю. Ну, на ней, по крайней мере, добывается как бы фиолетовая пряность, поэтому я ее уже, как вы видите, немножко покосил. Ну, потому что там всего два города, господи. Там вообще нечего трогать. Я сюда залетал, да. И вы этого не видели, да. И я об этом вам не сказал, да. Ну, такое. Это реально не важно. Тут очень слабая планета. Я тут был минуту. Ладно, меньше, наверное, даже. А, все, могу захватить. Все, мое. Моя территория, сынок! Пьюч! Что? Что? Какие-то планеты у тебя? А? Какие-то планеты? Ну, в смысле, проблемы планеты. Ха-ха-ха, это такая шуточка. Так, у меня есть планета с фиолетовыми... На планете Васта. А эта планета какая? Это Вулис. Так, сейчас мне нужно... 0 в час. Нормально. Нормосец. Так, ну тут больше половины нету. Самое. Так. Ага. Мой алгоритм нужно соблюдать. Так, во-первых, еще пушки надо вообще выкинуть к чертям. Вот, завод. Завод. За развлекательный центр. Развлекательный центр. Завод. И жилые дома. Стоп, я жилой дом где-то поставил, да? Мне кажется. Завод. Да, все, нормально. Теперь жилые дома. Жилые. Пожилые. Отлично. Сколько? 108. Прямо как и нужно было. Ага, сюда. Да здравствует империя. У-ху! Заряжай. Торговля, есть что-нибудь новое? Ого, большой автобластер у меня есть. Вот его мне нужно будет купить. В ближайшем будущем. Блин, я не посмотрел, какие цены здесь на покупку пряности. Нужно будет сейчас посмотреть. Так, сейчас, быстренько, опять. Алгоритм. Мой алгоритм.
Так, мой алгоритм. Так, стоп, это завод. А, это и есть завод. Да, это завод, это завод. Джунгли, все дела. Все. Здесь жилой, здесь жилой. Ага, пушки мешают, занимают места. Пушки не нужны. Я и так в состоянии защититься. Ну как бы, они напали на мою планету, я на ихнюю. Сейчас посмотрим, успели ли они захватить мою. Просто проверим, просто. Построены здания в колониях. 100. Мегабомба. Бомба с зарядом антивещества. Максимально емкий топливный бак. Ущербня. А, убер... Убербашня. Ущербня. Ущербня. Хочу на мемы. Ущербня. Вот это вот классное слово. Максимальный запас прочности. Ущербня. Вот это реально можно взять слово. А, ущербня. Ха. Так, ладно. 108. Отлично. Так, все. Здесь мы, значит... А, стоп. Цены же еще мы не посмотрели. А, так не обязательно же нырять, чтобы цены смотреть. Ну да. О, розовая по 37 тысяч. Забирай просто. 2 миллиона. Приятно иметь с тобой дело. Я отчаливаю, браток. О, фиолетовый, сейчас надо будет ее забрать. Ну, как вы знаете, ее либо засасывать лучом, либо вот так сделать. Вот. Все, забрали десятку, уходим. Так, они там все еще пытаются заходить в мою планету, да? Ого, там, нет, даже две планеты. Ладно, пойду отобью обе планеты сейчас быстренько. Ну, они такие, знаете, да? Сами ничего не могут, тявкают на меня, что-то хотят. Лол, у меня мега-бомба открылась, я же ее куплю. Я же ее куплю, я не шучу, я ее куплю. И все. Какие у них шансы? У меня мега-бомба, все, все. Мир, тебе конец, ты понимаешь? Оп, 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 оп. Быстренько, 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 быстренько. Оп, оп, оп. Куда вы, ой, отрезал от мамки. Ну теперь ловите, сосунки. На! Бабах! Это мои? Вон не мои. Петушье! А, нет, это мой. Я вас прям так сожгу. Ну-ка сюда. Словили все. Петушня. Смотрите, мой этот покоцали. Хранитель пряности, черти вонючие. Давай, 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 давай. Оп, оп. Что? Отби... А, не, еще не отбили, там сзади. Ты еще жирный? А ну-ка получай. Сынок. Что? Хранилище чините, ребята. Война окончена, инопланетные корабли больше не нападают на ваши города. Отлично. Благодарим, спасибо. Подзарядка, ремонт, торговля. Мегабомба. Кабабанга. 2 миллиона, давай. Так, цены 14 тысяч, давай, забирай. Миллион, давай. Ой, люблю, ой, люблю. Ой, Илья. Умеешь, умеешь. Сейчас надо спасти свою вторую планету. Мегабомба, господи, что я буду делать вообще? Сейчас вот эти чуваки, которые на меня напали, они будут просто будут на коленях молиться тому, кому я скажу. Так, для прикола, поржать. Потому что хочу так. Так, желтые, ну-ка спасаем желтых теперь. Ну чё? А, то есть все, тут уже походу все. А, планета вас-то под угрозой, я понял, хорошо. Да-да, ребят, без проблем. Я уничтожу то, что вы хотели. А, я же тут даже ничего и не сделал, потому что... Да, потому что мне было насрать на желтую пряность. Подпрыгнул, прикиньте, идиот. А, он летает, типа, да? Ну, зря. Зря летаешь, браток. Так, осталось... А куда они исчезли? А куда? Они были засчитаны? И изменились, походу, эти самые виды. Свапнулись. Там среди моих эти чуваки. Чуваки, отойдите.
А, неудобно. Ага. Пойдет. Минус 3. Дальше. Нет, нет, нет. Отлично. Изи. Всех спас. Пока. Перезарядка. Торговля, что-нибудь есть? Бомба с зарядом антивещества. Оружие огромной разрушительной силы, способное уничтожить целые города. Конечно, хочу! А, оно одноразовое. Ну, попробуем хотя бы, что ж. Что ж теперь? Потестим. Взлетаем, господа. Боинг идет на взлет. Поднимаемся. Синяя пряность моя. Ну-ка, заберем. Заберем. Двадцаточку, да еще. Че не забрать? Че бы не забрать? Заберем. Конечно, заберем. Ну-ка, а еще какую-нибудь заберем? Вон там есть. Красная. Не, красная к чертям красная. Вот розовый. Розовый заберем, да? Розовая это пряность. Ну, такая вкуснятинка. А? 7. 7 розовой пряности. Конечно, заберем. А здесь сколько? О, здесь тоже розовая. Ну-ка, заберем еще розовый. Розовая пряность. Двадцатка. Конечно, да. Да, забираем. Обожаю. Обожаю свою империю. Отличная штука. Будьте уверены, она просто великолепна. Еще 9. Ох, да вы мне... Вы просто... Да не надо было. Мне, конечно, приятно, но... Воу, я им сейчас устрою такое. О-о-о, ребята. Я могу с ними поговорить и сказать, ребят, у вас же нет шансов, сдавайтесь. Чё там говорит большое... Чё там говорит большое, толстое и глупое инопланетное существо? Просто... Просто отшил. Отлично. Не, ну я пока мегабомбу... Ну, в смысле, вот эту бомбу, которая с веществом, не буду использовать, потому что тут как бы легко, всего 2 города. Угу. Тестим эту бомбу. А, то есть все, да? Забавно. Ребят, это... Ну, как бы, я на вас атомные бомбы скидываю. Вы как вообще к этому относитесь? Заявляю право на эту территорию, браток! Я даже не буду спрашивать у вас. Поздравляю, ваши военные силы сломили сопротивление врага, и теперь его звездная система принадлежит вам! Че? Я знал, что путь воина очень хорош. Вот, луч холода. Тепловой луч, охладитель, астероид. Во-во-во-во, вот это мне и нужно. И вот эти инструменты... Помогают трансформировать планету подконтрольно. Это мне нужно. Отличная тема. Стоп, что это? Знаки отличия доступны нам инструменты. Отлично! Так, пока... Пока нет. Сейчас я истреблю этого говнаря, который на меня рыпается. И все. А то... И что? Вы помните, да, в прошлой серии? Сынок, просто... Что он себе начал позволять? Я не понимаю. Просто жесть. А не я на него нарвался, как обычно происходит. Он сам... Сам говорит, плати мне. И я такой, типа, лол, что? Шутки? Ты знаешь, что я никогда не проигрывал? Просто на статистику посмотрите, молодой человек. Я проигрывал когда? Никогда. Это о чем-то должно говорить. Все, этому городу конец. А, ну то есть я... Нет, я перебарщиваю с ракетами, я как бы слишком много... Даю, надо 3-4 выстрела и все, больше. Ну, потому что они все равно больше не выдерживают города. А, нет, выдерживают, смотрите. Ну, нет. Все, сдались. Вот это только не сдалось. Смост. Воу, успокойтесь, господа, успокойтесь. Это я так промахиваюсь, типа? Ну, попал? С места расстрелял. Ну, во, попал. Отлично. Привет. Просьба обращаться слишком привлекательно, чтобы отвечать на них. Чего? Ты шутишь? Ну, ладно. Ну, окей. Попробуем тогда бомбу с зарядом антивещества. Лови. Ну, где? Вот это было эпично. Пич. Просто
Нормально. Держите, молодые люди. С места стреляю, ну, по-любому разбомбит. Промахнулся. Вот, смотрите, с места стреляю. Я даже... Вот, смотрите. Как я могу здесь промахнуться? Оп! Что, нет? Ладно, давайте так. Как хотите. Я заявляю права на твою территорию. Понял? Ты отдаешь мне свои колонии, на которые ты тратил свои кровные деньги. А я просто не убиваю тебя, сынок. А теперь я в своей колонии гордо ремонтируюсь, перезаряжаюсь и торгую. В своей колонии? Своей, подчеркиваю, в своей. Это моя колония, сынок. Так. Вот, охладитель снижает температуру и плотность атмосферы планеты. Отлично. Нет, мне нужны именно лучи. Лучи. Вот, луч холода. Отлично. Вот все эти лучи мне нужно будет купить. Ледяной дождь. Убер-башня. О. Прикольно. Прикольно. Большой автобластер. Убер-башня. Ладно. Валим пока. У меня еще есть планеты, с которыми я не расправился. С его планетами, с планетами этого говнаря. Но это, сколько понимаю, была как бы основная планета, потому что здесь была огромная куча зданий. Не зданий, колоний. Опа. На меня напали. Капитан, нам нужна помощь, напали. Ага. Они и напали, да? Я как бы не ошибаюсь в таких вопросах. Я понимаю, что это они напали. Поэтому я не пойду спасать. Я пойду чердаки им ломать. Что у них осталось? Планета вообще без пряности. И планета с зеленой пряностью. Ну, давайте зеленой пряностью отберу у них что-то. Что, какие проблемы вообще? У кого-то проблемы? Если у кого-то проблемы, то они не у меня. Вы же видите. Какие проблемы? О чем речь? Ой, ой. Один город. Да я специально его не оставлю тебе. О, смотри, я даже не буду просто сдвигаться с места. Что, захватить? Нет, не буду ничего захватывать. Я просто выкину эту планету. Зачем мне зеленая пряность? Мне она не нужна. Не нужна. Потом на нее будут нападать, мне защищать. Зачем? Срать. Она еще далеко от моей. Не нужна мне зеленая и желтая пряность. Типа у него есть одна планета, там остались все, кто там живы с его. Плати мне деньги, чувак. Ты не хочешь мне платить? Окей, смотри, сынок. Я ведь могу дать тебе шанс. Заплатишь мне и на коленях извинишься, и я тебя прощу. Смотри. Да хватись. Моя территория. Не знаю, зачем ты сделал. Блин, я же не хотел. Сломал. Вы разрушаете собственные здания. Жаль. Империя Шипаст уничтожена. Тоже жаль. Всех жаль. Ну, я как бы вру. Теперь вам придется превращаться в пиратов, потому что, ну, какие у вас варианты? Ха. Все, у вас нет дома, ребята. Вы бездомные бомжи. Рыпались на меня. На меня, господи. Вы заболели. Зачем? Вам это не в плюс. Вообще никак. Идиоты. Так, пойду-ка я соберу пряность быстренько и потом сгоняю на ту планету, которую я у них захватил, которая с фиолетовой пряностью, и мне нужно будет ее оборудовать как нужно. И посмотреть потом еще достижения. Я там открыл лучи. Лучи мне нужно приобрести в обязательном порядке. Все, которые будут. Это то, что мне сейчас нужно. Мне нужно научиться трансформировать планеты. Ну, как бы я примерно умею. Ну, не прям, чтобы умею. Так. Учусь. Примерно. Угу. Так, что еще собрать? Вот, по-моему, желтую здесь. Нормально фармит. Ну так. Не сказать, что нормально. Ну, сносно фармит, окей. Надо будет потом все загрейдить там. Ну, я не знаю, на желтую тратить время неохота. Я сразу плаками куски отрываю. Так, вот она моя империя, вот она моя пряность. Почему-то я не могу ее забрать. Странно. Ну, то есть он ее сам не забирает. Очень странно.
Ладно, идем к нашим колониям и грейдим их. А, стоп, я же их уже загрейдил, да? Ну так все, почему тогда вы мне не дали мою пряность? Освободите несколько ячеек. Грузовой отсек переполнен, что? Ой, не то, нажимаю. Не-не-не, подожди, вот. Торговля, грузовой отсек. Топливный бак. Вот, большая грузоподъемность. Так, давайте. Грузовой отсек переполнен. Да тут нет ничего. Пряность одна. И то по мелочи. Ну давай, ты ее купишь? О, розовую забирай. Просто не глядя. Забирай. Рад торговать с тобой, браток. Что? 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 Кинетик Шелдец мне подарите? Звание? О, звание Грандмастера. Грандмастер. Пойдет. Не против. Грузовой отсек переполнен. Что это значит, грузовой отсек? Да в нем нет ни хрена. А, именно такой пряности много, типа, да? Поэтому я не могу взять именно эту пряность. Ну а как я не могу больше сотни пряностей унести, разве? Блин, это нечестно. Говно, жопа. Ладно, валим отсюда пока что. А, стоп, подождите-ка, я знаю, что сделать. Здравствуйте, торговля. Так, где она находится? Вот что мне нужно. Хранилище пряностей. Мы же все хотим хранилище, да? Нам же оно нравится. Ай, нравится. Оп, все, валим отсюда. Валим отсюда. Ну? Ну да. Типа того, переговариваем. Ага, ремонт, перезарядочка. Какие же они дешевые. У меня как бы все больше и больше становятся запасы моей энергии и прочего... Прочего дела, но все равно не... Все равно подзарядка и ремонт стоят дешево. Это меня очень радует. Приобрести систему. Да не буду ничего приобретать. С кем я торговать тогда буду? Ну, бомжи, конечно, да. Согласен. Ну, у вас цены дешевые, да, тоже согласен. Но у вас нечего покупать. Тут как бы планета говно. Поэтому мне ваша звездная система вообще не нужна. Абсолютно. Так, мне говорили про центр. Центр, ну точнее, мне говорили, я читал. Про центр галактики, центр вселенной. Я думаю, я отправлюсь туда. Вот, мне кажется, она там. Ну, судя по свету, как бы из всех мест, она вон там. Там светится все. Пойдемте, отправимся. Получен знак отличия космический турист. Ага. Чревоточина, межзвездный двигатель. О, межзвездный двигатель, ну-ка. Пойдемте-ка купим межзвездный двигатель себе. Опа, там что-то. Нам нужна помощь. Кто на нас напал? Мы же всех истребили. Какие пираты? О чем вы? Я всех убил. Кто мог вообще что-то сделать? А, пираты, в смысле вообще пираты. Это пираты, короче, ребята. Знакомьтесь, это пираты. Пираты, знакомьтесь, это мои зрители. Зрители, пираты, пираты, зрители. Смотрим. Пираты очень тупые существа. Очень тупые. Просто невероятно. Тупее пня. О, воруют мою пряность, пират. Ну да, конечно. Вернуть не хочешь, браток? Пряность. Эй, стоп, а пряность теперь здесь или нет? А пряность? Что это? Что это такое? А, это мои машинки. Почему-то они воткнуты в землю. Ладно. Что? А, там еще кто-то есть. У него кинетический шилд есть, но он всего на один удар. Это было просто, на самом-то деле. Перезарядка, торговля. О! Забирай. Да, цены все... Ой, стоп, подожди, какие цены? Что я делаю? Торговля.
Я же сюда пришел за двигателем. Каким двигателем? Так, где ты, двигатель? Ты? Нет. Да! Ты. И какая-то червоточина или червоточина. То ли ее здесь нет, а вот. Позволяет прилететь сквозь черную дыру без повреждений. О, я приобрету, в принципе, не проблема, если мне нужно быть в черную дыру. Пока мне не нужно, поэтому я просто... Опа. Опа. Опа, ну-ка. Ну-ка. Интересненько, интересненько. Там какие-то планетки. Ага, тихо. Здорово, ребят. Что вы хотите? А, защитника планеты Маран. Вот здесь Маран. Я ныряю в Маран. Я же взял у них задание, я хочу его выполнить. Маран. Здорово, браток. Защитить священника на пути к храму Спория. Да. Да, наверное. Блин, а вот эти штуки, которые я получил, мне же надо их в редакторе снаряжения к себе приставить, да? А то я что-то забыл. Ну как забыл? Забил, так скажем. Я привык проскипывать все эти дела. Все эти дела. Все, которые... Ну, которые все! О, как сильно, ну. Ждет священник Фа-Ахола. Проведи его до храма, в смысле, а в чем? В чем проблема? Браток, привет! Здорово! Ты священник? Чё, вот от них защитить? Кусака, иди сюда. Давай же, немного осталось. А, ты типа, ты же священник, почему ты радуешься тому, что я убиваю животных беззащитных? Ну как беззащитных, они какие-то... Не какие-то убогие. Так, пойдем. Вода! Ты любишь воду, священник? Конечно, любишь. А где? Где? Где место, в которое нам нужно? Я не вижу его на карте. Я могу сделать вот так. Все равно ни хрена не изменится, я не понимаю, куда идти. Так. Останавливаемся у алтаря. Чё за алтарь? Браток, подожди, мне нужно свалить отсюда. Ты меня пугаешь. Так, ладно, хорошо. Бежим-ка мы обратно, нам нужно куда-то вот сюда. Но это странно очень. Ну, я не понимаю, куда идти по карте. Ничего на карте нет. О, дорога. Да ладно. Мы шли оттуда, значит, нам туда, да? А, ну да, в принципе, смотрите, идет... До... Все, окей, идем по дороге. Значит, на дороге все сюжеты, сюжетные линии, сюжетные квесты. Ага, погиб совсем недавно. Да и насрать, может, съедим его? Я голоден. Что это? Можно выйти из путешествия? Что? Споре праведный. Чужеземцу не хватит сил, чтобы защитить меня? Мне, в смысле, не хватит сил? Ты что, ты смешной? Оп-оп, гопота. Почему вы... Дефайся, браток, ты должен дефаться. Оп! Вот теперь мне точно хватит сил, да? Изич просто. О боже, священник. Блоги бы хоть поставил или типа того. Сделано. Пойдем. Фанатики черного копыта. И Алексея через ногу ломают просто. Все, но не меня. К сожалению. Ну давай, давай! Я, блин, скиллы зачем-то убрал. Ну как зачем-то? Надо будет залезть потом в редактор, я... Слишком близко. О, хилка. Отлично.
Хилка. Хилка. Отлично. Здорово, браток. Ну, привет. Блин, зря, конечно, все вот эти скиллы хреновые поставил. Просто для того, чтобы персонаж выглядел достойно. И как бы я мог бы спрятать предметы, придающие мне хорошие скиллы, просто уменьшить их и спрятать, то есть. А я так не сделал. Ну, я не думал, что пригодится, а оказывается, и на этапе космоса пригождаются вот эти вот предметы и навыки, дающие предметы. То есть, предметы, дающие навыки. И сами навыки. Ну, вы поняли, да? Вот эти удары, укусы, они пригождаются. Поэтому отталкивайтесь от того, что вам нужно будет все-таки дамажить. Стоп. А хилка где? Не дай раз... Не дай разрушить храм. В смысле, а мне похилиться нет? Мне 13 хп, я сейчас сдохну. О, вот это хилочка моя. Разрушить храм, он там, да? Это храм? Ему конец, да, все? Или нет? Моя вера сильна, спори, не оставит меня на погибель. Да и тебя-то не оставит, а вот храм твой, походу, сгорел. Я просто понятия не имею, где он, но... А, вон он, храм. Да нет, с ним все нормально. Там, правда, какие-то чуваки стоят. Защитник. Давай, защитник. Ага. Защитить храм Спория. Ну, давай. Нет, на нас набегают. Нет. Давайте, пацаны. Рубим, рубим. Да-да-да. О, энергия. Кстати, я так и не поставил. Там, я могу ракетницу всякие штуки устанавливать. Блин, времени осталось мало. А, не времени осталось мало. Сколько времени нужно защищать, держать оборону? Ну, это изи. Да, скиллы у меня, конечно, слабые. И хп у меня мало. О, да, ура. Слава. Кому там? Спорю? Кто у вас бог? Эй, браток, тихо. Не трогай священника. Мне платят за то, чтобы я его защищал. Стоп, тихо. Браток, ты тоже стой. Тихо, 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 тихо. Молю тебя, спори, всемогущий, помоги твоим верным... Кому? Почитателям? Твоим верным подписчикам. 3 секунды, ну все, давайте. Все, он домолился. Нет! Ура! Бог есть в этой игре. Смотрите, их корабль сделал дабстеп. Это было прикольно. Тверкинг он делал, крутой такой. Я не вижу себя, ну неважно. Спасибо тебе, спасибо тебе. Ага, своя великая сила. Ага, даже на споре послал тебя на подмогу. А, то есть меня послал бог. Добесно защищал этот храм, прощай. Куда бы ты ни отправился, мы будем молиться за тебя. Ты крут и молодец. Оп, 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 видал? Бог наградил меня талантом. Смотри, что могу. Ха-ха. Прикольно. Слава великому спорю. Спорий, я понял. Да, слава. Слава, чё бы нет. Готово. Лайдер. Прикольно. Ну, что вы мне теперь скажете? Все еще скептически ко мне относитесь? Я же прикольный. Да, все еще я не нравлюсь, как бы. Да ладно, да ладно. Он сам на меня напал. Фанатики черного когтя должны быть довольны. Мы построили им такой замечательный храм. Почему бы им не сложить оружие и не признать, наконец, волю спори его? Так, за верную службу ты получаешь 30 тысяч спори. Это херня полная, мне это не важно. Да прибудет с тобой спорий. Еще вопрос. Торговля. Блин, по какой же дешевке вы все берете, свиньи вонючие? Нет, ну это не смешно, это не цена даже. 11 тысяч, это хрень. Не, я свалю отсюда. Они теперь ко мне получше относятся, но не прям, чтобы хорошо. Гоздо летим по всем планеткам. На этой планетке, мне интересно, меня возьмут? Ну, на моей, естественно, планете. Так, так, так. 38 тысяч, а я парюсь.
Забирай. Забирай. 7 миллионов спорлингов. Кто молодец, господа? Кто? Ха. Так, сейчас соберем немножечко пряности. Ну, немножечко, реально. Самого основного. Розовенькой, синенькой и фиолетовенькой. И все. И хорош. Отлично. Кстати, лучи сейчас надо еще почекать. Мы открыли какие-нибудь новые или нет. Лучи очень важны для терраформирования. Отлично. Блин, стрёмно, что всего 99 одних, одной и той же пряности, как бы можно загрузить на борт. Это печалит меня, правда. Ну ладно. Ну отлично. Мне нужны торговые пути, как бы союзники. Торговые союзники. Торговые союзники. Ну, торговые союзники, вы же понимаете. Во! Вот за эту планету я воевал. И эта планета должна приносить мне 20. Да, отлично. 20. Меня радует. Отлично. Ну, в принципе, часть планов мы выполнили. Это хорошо. Это очень хорошо. Чекаем, что куда мы можем загнать. И что купить. Гроксы знаю, интересно. Так. Настали сложные времена, галактика просто кишит гроксами, и это очень нехорошо. Мы должны провести расследование и узнать, чего они хотят. Установи с ними контакт и сообщи нам. Есть. Судя по данным разведки, гроксы занимают территорию неподалеку от центра галактики. Двигайся в этом направлении и найдешь их. Если, конечно, они не найдут тебя первыми. So, yes, so! Служу отечеству, все дела. Ремонт, торговля. Так, мне кое-что нужно. Во-первых, забирай розовую пряность. Я знаю, ты любишь. Я знаю, ты любишь. Так, мне нужно. Нужно кое-что. Максимально ёмкий топливный бак. Пока не знаю. Шеза. Большой автобластер. Угу. Ну, не знаю. А вот убер-башня это что? Мощнейшее орудие обороны планеты. Ну ладно, пусть будет. Максимальный топливный бак давайте. Большой автобластер. А, лучи, кстати, лучи. Луч холода, отлично. Малый луч счастья. Нет, мне не нужны малые лучи, мне нужны лучи. Ледяной дождь. Холодитель. Тепловой луч. Во, отлично, отлично. Угу, угу, угу. Колоний. Мне 5 штук уже нормально. Большой запас прочности. Давай. У меня еще 5 миллионов. Давайте еще что-нибудь возьмем. Щит давайте. Угу, 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 угу. Ну-ка, охладитель, он как? Не, вот то, что в нижней, как бы, они бесконтрольны. То есть ты их просто ставишь, и они просто делают свое дело, как бы. А когда ты луч направляешь, ты, то есть, сам задаешь, вот, сколько ты держишь, столько она и нагревается, или, наоборот, охлаждается. И вот мне нужны именно лучи, чтобы подконтрольно все это делать. Так, ладно, все это у меня есть, в принципе. Смотрим, что мне еще нужно приобрести из того, что у меня нет, так вот, чтобы именно нужно. Все, готово. На все руки мастер. Что это значит? Так, мне нужно найти таинственных гроксов. Таинственных. Не особо они таинственные. Прилетали ко мне уже несколько раз. Так, ладно, ребят, здесь мы закончим. Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Я желаю вам удачи, друзья. Всего хорошего и пока!